А в Сочи утро началось с зарядки, но непростой ее провел для всех желающих олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. На первом в Сочи песчаном пляже звезда спорта показал эксклюзивный комплекс упражнений. По словам фигуриста, так он готовился к играм в Турине. Ты не проснулся в 12 часов дня и потом ходишь весь день разбитый, убитый, болит голова. А когда ты проснулся с утра, пробежался, сделал зарядочку, пусть даже минимальную, тем более здесь есть возможность и поплавать хорошенечко, то это все только на пользу для здоровья. Сейчас Роман Костомаров задействован в ледовом шоу «Кармен». Илья Вербуха, премьера мюзикла, также прошла в Сочи. Чемпион утверждает, именно подобная зарядка помогает ему сохранять форму и демонстрировать высокий уровень катания.